Завтра, 2 ноября, погодные условия продолжат определять область высокого атмосферного давления. А днем по его периферии начнут поступать влажные и неустойчивые воздушные массы с территории Украины. В результате начнут проникать обширные дождевые облачные поля, вызывая небольшие дожди. Итак, во вторник ночью без осадков. Днем по юго-восточной половине пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы слабый туман, видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер юго-восточный умеренный, днем по западной половине порывистый. Атмосферное давление будет падать. Утром температура воздуха от плюс 2 по востоку до 4 тепла в центральных районах. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет немного прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках на большей части территории до плюс 8, по юго-западу до 9 градусов. К вечеру от 6 тепла по северу до 8 по юго-востоку. В среду за погоду будут отвечать атмосферные фронты с юго-запада Европы, вслед за которыми станут поступать влажные неустойчивые воздушные массы. Повсеместно пройдут дожди различной интенсивности. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра, влажность до 100%. Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый. Температура ночью плюс 3-8. Днем от 7 по северу до 13 по юго-западу. Во второй половине недели также без дождей, туманов и порывистого ветра не обойдется. Температура днем ожидается 8-15. В пятницу по юго-востоку до 17 тепла. У меня все. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал «Рябов ответит». И вы узнаете все о погоде и не только.